Великое кошачье королевство жило мирно и процветало. Но одной ночью всеми любимую принцессу котов похитил из ее покоев ужасный монстр. Испытывая отчаяние и печаль, король обошел все свои владения в поисках великого героя, достаточно храброго и сильного, чтобы спасти его дочь. К счастью, нашелся герой из легенд, который отозвался. Не витай в облаках, когда твой король говорит. Это и вправду тот самый. Единственный, кто отозвался. Сложно поверить. Во всем королевстве полно котов. И это наш максимум. Ты хоть представляешь, что тебя ожидает вне королевских земель? Но ты же всерьез считаешь, что... Эй! Куда ты собрался? Я... Еще, блин, ты его знаешь? Ты жалок, ты типа тщедушный маленький котенок. Искал свой клубочек ниток и заблудился? Я как-то прикончил полсотни таких недоносков за раз. Типа однажды они зарядили их в катапульту и запустили в...